И все, супер, запись у нас есть. Ребят, всем еще раз добрый день. Спасибо, что нашли время. Надеюсь, для вас это будет очень продуктивно. Мы постарались собрать только, ну, самую такую важную, полезную информацию. Рады еще раз вас приветствовать на нашем вебинаре. Обзор возможностей и лучшей практики Google Workspace для бизнеса. Вот. Пожалуйста, еще раз напомню, задавайте ваши вопросы в Google документе, он пошерен в чате, потому что лучший вопрос будет вознагражден. Вот такая вот колоночка поедет к вам, поэтому на протяжении всего вебинара, пожалуйста, задавайте вопросы. И давайте начинать. Я начну с такого события и с извинения за свой голос сегодня. Сори, ребят, реально вчера болели всей компанией, немного его сорвал, но, надеюсь, слышно понятно, все хорошо. Событие вчера произошло в нашем футболе великолепное. Вот, и не мог его не отпраздновать. И вернемся к вебинару. Компания CloudFresh, мы партнеры таких компаний, как Google, Zendesk, Asana. Помогаем вот в регионе Европа всем конечным пользователям, всем бизнесам грамотно использовать эти инструменты, приобретать их, получать поддержку, обучение, интеграции и так далее. И мы разделим этот вебинар на несколько частей, ну, точнее, 3-4 части. Я вкратце предоставлю информацию по Google Workspace, основным обновлениям и фичам, которые у нас сейчас есть. Затем меня сменит Илья из компании Evo. Затем посмотрим небольшое техническое демо от нашего коллеги Максима и перейдем к блоку вопросов и ответов. Что ж, давайте приступать. Я буду быстро пролистывать слайды, чтобы опять-таки не тратить вашего много времени. Все мы знаем, что Google изначально была облачной компанией, да, они пришли в этот мир с первой такой облачной технологией, да, и постепенно развивали свои сервисы, вот создавали Gmail, потом целый блок Google приложений, затем были много у них таких ребрендингов, Google Apps for Work назывался, затем G Suite, и сейчас это все дело называется Google Workspace. Очевидно, да, что в связи со, ну, последними изменениями в мире, да, у нас уже совсем другое представление о работе, да, мы больше ценим время, стали больше ценить человеческое общение и, в принципе, не привязаны к какому-то из мест, где нам необходимо работать, да, и сейчас понимаем, что неважно, где мы работаем, наша работа теперь не привязана к какому-то определенному физическому месту или пространству. И, собственно, благодаря, ну, возможно, не только прям благодаря, но решить эту проблему, да, помогает инструмент Google Workspace. Это набор инструментов для совместной работы команд, такие как почта, работа с документами, хранение файлов, драйвы, календари, собственно, сервис видеозвонков, который мы сейчас с вами используем. И все это плотно, очень интегрировано, да, в едином интерфейсе, в единой экосистеме. Собственно, о чем нам и говорит сама гифка, и доступна на веб-платформе, да, iOS и Android, полностью облачная технология, соответственно, вам не нужно, в принципе, ничего устанавливать на ваши какие-то ПК и так далее. Сейчас, на сегодняшний день, точнее, платформа уже насчитывает 3 миллиарда пользователей по всему миру, и главные цифры, да, после внедрения Google Workspace следующие, да, что в среднем наш с вами сотрудник, который переходит на инструмент Google Workspace, по году он экономит порядка 170 часов по сравнению со своим предыдущим инструментом. И все это связано с тем, что наш инструмент Google Workspace, да, опять-таки, как я говорил ранее, он тесно все эти приложения, да, там почта, драйвы, календари корпоративные и так далее, все очень плотно интегрировано между собой, и даже создание там той же встречи в календаре там, или через чат занимает у пользователя доли секунды по сравнению там, с предыдущим каким-либо инструментом. Ну, то есть Google таким образом пытается сэкономить время именно на рутинных задачах нашего сотрудника. Ну и как вы видите, да, есть статистика, что у нас сокращается после перехода на Workspace на 20% обращений в техническую поддержку, и в том числе рентабельность инвестиций в Google Workspace вырастает, ну, просто в разы.
Я перейду к основным обновлениям, которые нас ждут. Возможно, кто-то уже знает, кто-то слышал. Грядет большое обновление в Google Workspace с одним из его инструментов, как Google Документы. Обычные, скажем так, документы, ничего с ними сверхъестественного нету, но Google придумал такую штуку, как Smart Canvas. Это опция, благодаря которой буквально в пару кликов мы можем из нашего документа создать уже прям шаблонный какой-то образец. Например, сейчас впущу еще кого-то. Например, вот как показано на левой гифке, да, как таймлайны, сразу ставить таски через документ, плюс сразу же простроить какие-то таблицы, и все это делается там буквально в пару кликов путем выбора, какой именно шаблон документа, да, мы хотим взять, да, под какую задачу. Также большие обновления ждут Google Chat, да, возможно, многие из вас, ребята, используют там Microsoft Teams или какие-то другие мессенджеры в телефоне, или, например, тот же Slack, это все тоже хорошие инструменты. Google не остается в стороне и делает больше, чем все перечисленные ребята. Как видно там на гифке сейчас, у нас создание документа в самом чате занимает прям доли секунды. И скажу сам, что часто пользуюсь вот этой опцией, когда в рамках одной комнаты я создаю документ и автоматически доступ к этому документу получают все участники комнаты, и точно так же можно очень удобно создавать сразу же встречу с участниками комнаты. У нас есть в правом нижнем углу, как видно это на гифке, значок календаря, и как только мы на него переходим, да, система нам сразу предлагает свободные слоты с учетом времени всех наших ребят в комнате. Таким образом, там, создать встречу с там, 10 людьми или более, менее, неважно, можно там, сделать буквально за пару секунд, точно так же, как и пошерить сам, собственно, документ. Окей, перейдем дальше. Также апдейт, который доступен уже сейчас, будучи, например, в Google документе, вот как показано на гифке, да, у нас есть гиперссылка на слайд, мы можем этот слайд открыть просто в дополнительном окне в рамках одного окна браузера, соответственно, не будем даже переходить в какое-то дополнительное там отдельное окно и как бы работать с двумя документами одновременно. Эта опция уже доступна. И вот апдейты, которые не за горами, с сервисом Google Meet, с сервисом видеозвонков, который вот мы с вами сейчас используем. Начну слева направо. Это опция автозума, да, которая поможет улучшить качество картинки на выходе. Да, она будет подстраиваться под спикера, да, соответственно, вот как показано, там, приближать картинку, да, чтобы людей было лучше видно. Также это опция Light Adjustment, то есть это опция, которая будет у нас подстраивать освещение, да, нашего спикера, чтобы его было лучше видно. И также, скажем так, живой перевод. Да, то есть мы можем, например, с кем-то общаться на, не знаю, английском, испанском, португальском, неважно, и включить опцию перевода в режиме реального времени. Это, я считаю, прям просто великолепно, используя просто Translate API, наконец-то эта опция будет доступна в Google Meet. Вот. И также, что касается еще обновлений с Google Meet, теперь, будучи, например, в Google слайдах, таблицах или Google документах, мы можем сразу же оттуда начинать презентацию нашего файла, то есть нам не нужно будет даже переходить в другой инструмент. Да, то, что я говорил в начале, все инструменты, они действительно очень тесно друг с другом связаны. Вот, например, да, еще одно подтверждение тому, это как у нас именно сам Meet, да, Google Meet связан с, вот, в данном примере, с Google таблиц, с Google слайдами. То есть, будучи презентацией, я могу в два клика начать шерить мой экран, именно презентацию всем, соответственно, ребятам на каком-то митинге. И буквально немного цифр, немного статистики, резюмируя одни из вышесказанных фич. Глобально, внедряя данный инструмент, людям становится в компании работать намного проще, и тому есть примеры огромной компании, которая использует Google Workspace. Опять-таки, поскольку за собой Google пытается донести, что можно экономить время на рутинных задачах,
да, дать людям качественный, хороший инструмент, который они полюбят, и, соответственно, результат их работы будет намного более ощутим, да, и людям будет, ну, просто приятнее работать с вами, используя удобный для этого инструмент. И передам плавно слово нашему еще одному спикеру Илье. Вкратце его представлю, что Илья, как тут написано, собственно, Head of Internal IT Department, 7 лет работает в компании Eva Company, Prom.ua, Кабанчик, в частном, это все плоды работы компании Eva Company. Илья, передаю тебе слово, сейчас перестану шерить скрин, отдаю экран тебе, танцпол твой, пожалуйста. Всем привет. Сейчас я включаю презентацию. Презентация включилась. Да, я, да. Окей. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Илья, как Олег мне представил. Да, в Эва я на самом деле немного более чем 7 лет. Я просто уходил с компании и возвращался. Но сегодня я постараюсь рассказать об опыте компании, о том, как она работала с этим продуктом на протяжении своего существования, как росла компания, как менялись ее потребности в решениях, и как мы их пробовали закрывать продуктами компании Google, в частности Google Apps, потом Google Workspace. Вот, надеюсь, это более полезно будет узнать у вас на опыте чем-то. Да, ну, собственно, кто мы? Мы украинская продуктовая компания, мы работаем на нескольких рынках и на рынке клиентских услуг, и на рынке B2B, на рынке C2C. У нас есть классические маркетплейсы, есть сервисы оказания услуг, есть решения для чисто бизнеса, есть решения для государства, вот, и сервис туров. Вот. Думаю, что многие из вас так или иначе когда-то пользовались или воспользуются нашими продуктами. Вот. Ну вот, на слайде кратко указаны, какие у нас есть продукты. Давайте же более перейдем к GCP. Как мы росли, к чему мы пришли? На самом деле я перед презентацией зашел в нашу админку и попытался найти, когда же был создан вообще наш аккаунт, и когда был создан первый пользователь. Мы начали пользоваться Google Apps тогда еще в 2008 году, в феврале. То есть это только-только запустился продукт, и наши основатели, грубо говоря, были пионерами в использовании этого решения. Тогда Google его по инвайтам распространял и бесплатно, поскольку бизнес был маленький, экономили на всем и не особо хотели пиратить, поэтому какое-то быстрое решение для почты и для документов, кроссплатформенное, было тогда выбрано. А в тот же момент кто-то забил 1000 учеток для нашего аккаунта, и, в принципе, мы развивались, и у нас не было никакой потребности. Олег и Богдан приходили к нам много раз и не могли понять, почему мы не хотим что-то менять. Оно нас, в принципе, устраивало. У нас была полноценная почта, были полноценные Google документы, календарь и как бы, достаточно места на Google Drive, которым мы пользовались. Затем у нас была следующая ветка, компания сильно выросла, у нас изменились требования и к безопасности, и количество учетных записей, у нас появилось много бизнесов, соответственно, нашего пакета нам уже стало не хватать, и мы перешли на бизнес, опять же, мы руководствовались принципом минимальной достаточности, то есть мы не покупали там сразу Enterprise, поскольку вообще не видели в нем смысла, а переходили, на самом деле, ключевая причина была, нам не хватало учеток, уже были больше, чем 1000 человек, но хотелось, чтобы вся компания была в одной экосистеме, поскольку довольно удобно
вести менеджмент встреч, когда ты в любой момент знаешь, когда твой коллега занят или свободен, когда с ним можно бронировать встречу, ты понимаешь, каким ресурсом вы можете пользоваться, то есть какой-то переговорной комнатой и тому подобное. Олег не упоминал, но лет 5 назад Google внедрила такую вещь, как ресурсы. То есть у вас, получается, к календарю можно привязать какую-то переговорную комнату и букать ее. Там банально где-то указание какой комплектации переговорной комнаты, что вам нужно, сколько она людей вмещает. Собственно, не надо никуда лазить, вы просто выбираете, приглашаете нужное количество людей, а календарь вам будет саджестить уже нужные для вас решения. Вот. Ну, а далее мы еще раз начали расти. У нас как раз был март месяц, начало пандемии, мы четко понимали, что мы, скорее всего, уходим полноценно на удаленку. Базовый мит, который был тогда, нам не позволял бы сохранять эффективность команды и взаимодействия, поэтому мы приняли решение перейти на Enterprise, в котором сохранялась полная функциональность мита без каких-либо ограничений. То есть там шумоподавление, ограничение на количество участников и тому подобное, получение нового функционала. Поэтому мы тогда приняли решение перейти на Enterprise. Плюс как бонус мы получили более гибкое управление пользователями, еще больше управления безопасности и хранилище безлимитное в Google Drive, вот, которое позволяет нам использовать командные диски. Там я видел вопрос от кого-то из участников было, там можно ли использовать как место шары. Да, можно. Есть приложения, которые монтируют Google Drive на компьютеры как сетевую папку. Для пользователя, в принципе, все прозрачно. Вы управляете с админки Google вашими данными, доступом к ним и учетками. Вот. Ну, а сейчас мы пережили пандемию, относительно мы смотрим дальше в будущее. Вот. И сейчас пробуем решение для микс-формата, и также Workspace нам приходит на помощь. Мы выбрали себя потестировать, чем уже провели тестирование решения для переговорных комнат. Вот. И будем оснащать нашими решениями Chrome все наши переговорные комнаты, которые позволят общаться эффективно командам, которые работают офлайн и онлайн, чтобы люди не сидели с ноутбуками отдельно, кто-то, ну, то есть максимально повысить эффективность наших встреч. Вот, ну, на этом я буду заканчивать и передаю дальше слово Максиму Кущенко, первый в Украине сертифицированный collaboration engineer Google. Максим, тебе слово. Да, спасибо, Илья. Всем приветствую. Меня зовут Максим. Моя должность – это Professional Collaboration Engineer. Я работаю в компании CloudFresh, и я работаю уже на протяжении практически 2 лет, и за этот период у меня получилось получить такой сертификат и действительно стать первым и пока что единственным специализированным инженером в нашей стране. Сейчас начну шарить скрин. Немножко по адженде, да. Что я хочу сегодня показать? Самое основное – это базовые настройки админа, как только происходит имплементация Workspace. Понимание функционала организационных юнитов, создание и редактирование орг-юнитов, создание и редактирование информации о пользователях, понимание функционала Google Group и создание и редактирование Google Group. Что ж, перейдем в консоль. Вот так выглядит консоль, кто, возможно, с этим не сталкивался. И первый основной этап, что многие администраторы допускают ошибку, это все-таки распределение уровней доступа. Да? Для этого нам поможет наш организационный юнит. Что это такое? По факту это структура домена, которая распределяет наши юниты, так называемые, разные уровни доступа. Под уровнем доступа подразумевается настройка, политики определенные, да, или те или иные сервисы, которые мы можем включить. В зависимости от тарифного плана
У нас на некоторых планах добавляются сервисы. Допустим, в Enterprise у нас есть возможность регулировать доступ к внешним сервисам. Вот так выглядит сама структура. Как видите, вверху всегда находится главный домен. По дефолту он идет от названия вашего домена. Далее, как видите, структура может быть разная. То есть у нас есть главный домен, есть подорг-юниты, есть юниты, которые входят в подорг-юниты и так далее. Вот один из примеров, как это выглядит. Допустим, вот у нас есть отдел продаж, который рассчитан на регион EMEA, отдел продаж по стране, по городу и по району, к примеру. Опять же, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы применять политики, настройки наших сервисов для пользователей, не всех, а определенных пользователей, не влияя на эффективность работы других пользователей. Для того, чтобы создать OrgUnit, нам нужно нажать на желтую кнопочку, плюсик, и ввести название OrgUnit. Ну, к примеру, это будет какой-то отдел продаж еще один. Здесь мы можем ввести краткое описание. Такое есть. Давайте отдел продаж. Что-то еще. Допустим, вот так вот. И можем ввести краткое описание, да, для чего нужен все-таки этот OrgUnit. Здесь мы можем выбрать родительские организационные подразделения. Да, мы можем разместить его по дефолту под главным доменом или же выбрать какой-то из наших под OrgUnit'ов или юнитов, которые входят под OrgUnit'ы. Далее мы нажимаем Create. И таким образом у нас создался новый OrgUnit. Что мы можем? Мы можем нажать на плюсик. Таким образом мы будем создавать следующий OrgUnit внутри этого OrgUnit'а. Мы можем двигать этот OrgUnit. И также мы можем редактировать, опять же, информацию и также удалить. Опять же, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы правильно распределять политики и настройки, не влияя на эффективность работы других сотрудников. Немножко о политиках, покажу, как распределяются эти политики. К примеру, мы переходим в наше приложение, мы идем в Google Workspace. И, как видите, здесь у нас появляется наш OrgUnit. Что мы можем? Мы можем, к примеру, для отдела продаж, да, который, допустим, входит в этот регион, мы, кликая на него, можем применить какие-то настройки наших сервисов. То есть, если мы, допустим, не хотим, чтобы именно вот этот OrgUnit использовал какой-то из наших сервисов или же настройки, которые входят в этот сервис, мы можем просто внести эти изменения и, к примеру, выключить календарь для них. Вот так будет это все происходить. В Google Workspace работает иерархия, то есть при изменении политики в родительском OrgUnit, под OrgUnit также будут принимать эти обновления. То есть при изменении что-то в главном домене, абсолютно все остальные OrgUnit подхватят эти настройки. В принципе, все просто. Поэтому рекомендация все-таки правильно в начале имплементации строить структуру и распределять пользователей по организационным подразделениям, чтобы у каждого был свой уровень доступа. Где-то умеренный, где-то чуть больше уровня доступа и так далее. Следующее, что я хотел показать, это группы. Что такое группы? Группы – это объединение пользователей под одним электронным адресом. Для чего эти группы нужны? Эти группы нужны для того, чтобы мы могли для наших пользователей, да, к примеру, из базовых вещей, которые мы повседневно сталкиваемся, это отправлять письма, приглашать этих пользователей в календарь, во встречи, шерить на них файлы какие-то и так далее. То есть в теории и на практике даже есть группы, в которых ходят там по 300 человек.
Задача пошерить файл, и всех 300 человек вписывать электронный адрес достаточно тяжело, не всегда удастся вспомнить. А достаточно создать группу. Для этого мы нажимаем Create a Group, вводим какое-то имя, к примеру, вот такое, и вводим электронный адрес группы. К примеру, это будет вот такой тест и буквочка. Следующий важный пункт. Мы должны указать владельца группы. Кто такой владелец? Владелец – это пользователь с максимальными правами в этой группе. Что он может? Он может добавлять участников, редактировать информацию в группе и изменять доступы в самой группе. Также мы можем добавить краткое описание, для чего эта группа. Следующее. Мы переходим во второй интерфейс, это настройки группы, где у нас доступны уровни доступа. Вот здесь очень важный момент, так как многие администраторы по дефолту не включают вот эту вот галочку. Для чего нужна вот эта галочка? Здесь у нас идет ряд «Публиковать посты» в колоночке «External». То есть о чем говорит эта настройка? Эта настройка говорит о том, что пользователь извне домена, да, допустим, наш клиент, кто-то еще, коллеги из офиса, да, который находится вне домена. При написании на эту группу, участники этой группы смогут получить уведомление. Да? То есть, если эта галочка не включена, то пользователь не будет получать письма извне. Поэтому по дефолту, опять же, если эта группа предназначена для общей рассылки, да, то есть для коммуникации из вне домена, рекомендация оставить эту галочку всегда. Также, что у нас доступно? Как видите, у нас есть несколько колонок, и везде есть описание, да, для чего они. То есть владелец группы, менеджеры, да, управляющие, они же администраторы группы, group members, то есть это пользователи, которые входят, и настройки организации и внешне. Также у нас есть рядки. Первое, кто может контактировать с владельцем. Достаточно сильная функция. Почему? Потому что многие группы, да, такие, особенно для коммуникации с клиентами, очень часто пишут на владельца, да, а владелец групп – это часто может быть какой-то тимлид или же человек, который не всегда напрямую должен коммуницировать. Поэтому по дефолту лучше оставлять это для участников группы. Просматривать участников. Здесь, в принципе, понятно, что участники, менеджеры могут просматривать, что значит организация. У Google Group есть свой веб-интерфейс. Веб-интерфейс находится по адресу groups.google.com, да? И здесь каждый пользователь в организации может открыть все группы и просмотреть участников всех групп. В некоторых моментах это полезно, в некоторых это не нужно делать, поэтому рекомендация все-таки отключать эту галочку. Следующее, просматривать беседы. Естественно, никто не хочет, чтобы кто-то из пользователей в организации, да, допустим, есть группа, где состоят только руководители, да. Естественно, эту галочку нужно убирать, так как будет неправильно, чтобы любой пользователь, да, у которого есть аккаунт в организации, мог просматривать переписку руководителей. Также в некоторых моментах можно отключать это для участников группы. Следующее, что у нас доступно? Кто может управлять участниками? А именно, добавлять, приглашать и подтверждать заявки на вступление. По дефолту лучше ставить до администратора, то есть групп менеджера. Следующая функция говорит, кто может присоединяться к группе. Любой пользователь в организации, он может запросить, и дальше ему понадобится подтверждение от администратора или же от оунера, владельца. Любой в организации может присоединиться. То есть что это значит? Группа будет не закрытая, группа будет публичная. Любой пользователь, который перейдет на веб-интерфейс групп, он может найти эту группу и просто нажать на кнопочку «Вступить».
И функция только приглашенные пользователи. Что по рекомендациям мы советуем делать? Эта галочка говорит о том, что может ли пользователь извне домена присоединяться. В некоторых моментах также можно включать эту галочку. И далее нажимаем Create a Group. Следующее, что мы можем? Мы можем прямо отсюда просмотреть детали этой группы, мы можем создать другую группу, и мы можем добавить участников группы. Мы попадаем в такой вот интерфейс, и здесь мы уже можем регулировать. Да? Мы можем пригласить пользователя какого-то, мы можем сделать массовую загрузку пользователей при помощи файла CSV. Я, допустим, добавляю пользователя в группу, и здесь я уже могу регулировать со стороны админской консоли его уровень доступа, да, его роль. Также это можно делать через вот этот интерфейс Google Group. 9 точек – это абсолютно ваши сервисы. Они позволяют быстро перемещаться по сервисам. Я перехожу на интерфейс Google Group. В интерфейсе Google Group очень огромное количество разных настроек, да, вплоть до таких настроек, как автоответчик, или же добавлять футер для приветствия. Да. То, что я говорил, здесь у вас идет мои группы, где мы состоим. Здесь all groups, то есть абсолютно все группы в домене. И favorite groups – это группы, которые вы пометили как самые топовые, да, то есть в которых вы чаще всего общаетесь. К примеру, я перехожу в группу, которая есть, и что мне здесь доступно? Здесь у нас есть функционал approval, то есть что значит? Мы можем подтверждать при написании, допустим, кого-то извне или же из организации, его письмо отправляется не сразу в группу, а на модерацию. И ответственный человек, да, как администратор или же владелец, может подтвердить, таким образом письмо попадет сюда, или же может отказаться от этого письма, таким образом никто из пользователей в группе не увидит это письмо. Следующее. С этого интерфейса мы также можем управлять пользователями, также выбирать, мы можем выбирать тип подписки, может ли человек постить в эту группу, то есть публиковать сообщения. В ожидании, да, то есть это пользователи, которые решили присоединиться, то есть менеджер или овнер должен их подтвердить, и здесь забаненные юзеры, да, те, которые были заблокированы. Здесь about о группе мы можем сразу просмотреть, что эта группа из себя представляет, да, то есть, к примеру, мы не являемся администраторами, да, но мы хотим просмотреть, что может эта группа. Здесь мы видим, опять же, кто может видеть группу, кто может видеть пользователей, беседы, публиковать, и кто может присоединяться. Следующее. Это настройки самой группы. Как видите, можем здесь поменять название, электронный адрес. Мы можем вписать приветственное сообщение. Да? И самая сильная фича – это общий почтовый ящик. Да? Что это такое? Таким образом, мы можем создать ящик, где будут работать все пользователи, и эти изменения будут применены для всех пользователей в группе. То есть по дефолту группа работает так. Мы добавляем пользователей в группу, приходит уведомление, и это уведомление для каждого письмо приходит на группу, и это письмо для каждого персонализировано. То есть оно приходит к нам в почтовый ящик, да, каждому пользователю. Мы можем добавлять фильтры, удалять, что-то еще с ним делать, но для других пользователей у него будет обычное письмо. Эта функция позволяет нам сделать общий почтовый ящик, что если же мы добавили какой-то фильтр на это письмо, этот фильтр будет применяться для всех. Ну и также самое лейбочки, это ярлыки, которые у нас есть в Gmail, они также сам будут добавляться. Немножко настроек доступа, приватность группы, кто может постить и так далее. То есть здесь достаточно огромное количество разных настроек, и одна группа может заменить, в принципе, даже какой-то из сервисов. Да? Опять же, это не говорится о сервисах рассылки, хотя Google рекомендует использовать их для рассылки,
да, так как в саму группу мы можем добавить 500 пользователей и отправлять уведомления, точнее письма на наших 100 пользователей. Опции префикса, добавление язык группы и так далее. Окей. Идем далее. Следующий пункт – это пользователи. В обнуленном интерфейсе Workspace у нас есть удобные здесь кнопочки, да, мы можем сразу делать какие-то действия с пользователем, то есть добавлять, удалять, обновлять или создавать аляции, да, что достаточно удобно и не требует огромного количества времени, чтобы открыть вкладку, зайти, нажать на кнопочку и так далее. Чтобы добавить пользователя, нажимаем на Add User. У нас открывается вот такое окошко. Здесь мы можем ввести какое-то имя. К примеру, это будет тест-тест. Автоматически Google нам подтянет по имени электронный адрес, но мы можем его изменить, соответственно. И давайте там будет какое-то такое. Здесь, что это за функция? Эта функция позволяет нам выбрать домен. Если же вы добавили в консоль вторичный домен или же псевдоним, вы можете сразу же выбрать почтовый ящик с таким доменом. Что здесь доступно? Мы можем добавить запасной email, да, второй, или же номер телефона. Чуть ниже из функции мы можем сразу же изменить его организационное подразделение, что достаточно удобно. К примеру, мы поместим этого пользователя вот сюда. И также можем подгрузить фото профиль. Пароль. Здесь мы можем автоматически сгенерировать пароль или же создать персонализированный. Ввести персонализированный и возможность включить такую галочку, как запрашивать изменения пароля при следующем ходе этого пользователя. То есть мы как администратор создаем защищенный пароль, к примеру, а пользователи, как обычно, его меняют. Следующее. Нажимаем Add New User. И что у нас доступно? Здесь мы видим информацию о пользователе, его имя, фамилию, электронный адрес и пароль. Также мы можем просмотреть. Мы можем скопировать, распечатать. И мы можем отправить этому пользователю, да, такое письмо с активной ссылкой, то есть где пользователю придет красивое уведомление, к примеру, на его персональный ящик, по которому он сможет перейти по ссылке и создать для себя удобный пароль. Надеюсь, это было полезно, что-то из этого вы возьмете на вооружение, именно вот касательно безопасности. Спасибо, я передам слово моему коллеге Олегу. Олег. Да, Макс, спасибо. Спасибо, было полезно. Да, я тогда продолжу шерить скрин. Да, и буквально немного информации о сравнении прайсов, да, подобных продуктов. Все мы знакомы с такими продуктами, как Slack, Box, и вот в сравнениях, да, на определенном количестве, там ниже по тексту написано, да, для 300 пользователей мы видим, какая стоимость составляет у инструментов Google Workspace, да, и так скажем, инструментов похожих решений. И точно так же мы можем сравнить это же решение по стоимости с решениями Microsoft, да, с определенными их тарифными планами. И как видим, что суммарно это тоже выходит намного дешевле, да, пользуясь инструментом Google Workspace. Вот, и, ну, безусловно, с точки зрения гибкости и эффективности, то пока Google Workspace в этом плане коллаборации идет все-таки на первом месте, что и подтверждают, собственно, цифры, которые у нас были с вами показаны ранее. Окей, что ж, я предлагаю переходить к блоку вопросов-ответов. Напомню, что у нас за лучший вопрос получит наш
участник вот такую вот колонку отправится, она к нему уже сегодня. Максим будет выбирать лучший вопрос. Максим, я начну тогда читать вопросы, да? Вот, напомню, ты выбираешь лучший. Так, вижу, у нас тут есть порядка там 10-15 вопросов. Окей. Давайте начнем так. Юрій Левченко. Чому Google One не має пакету обсягу пам'яті об'ємом між 200 гігабайтами та 2 терабайтами? Напомню, что Google One – это решение тут не для бизнеса, а для личного использования. Скорее всего, тут просто маркетинг их так решил, что просто меньше, там, чем 2 терабайта и больше, чем 200 гигабайт, неэффективного. Но Google One, напомню еще раз, это решение именно для обычных конечных пользователей с аккаунтом Gmail. .com. То есть для использования в корпоративном плане это все-таки Google Drive будет. Далее тоже вопрос от Юрия Левченко. Почему Google Keep периодично встречает данные нотаток из мобильного додатку на Android? Юрий, ну, возможно, надо смотреть уже более детально ваш кейс, потому что, ну, я сам кипом пользуюсь, ставлю там все заметки, у меня, в принципе, ничего никогда не пропадало, с такой опцией не встречался, как на iOS, так и на Android. Дальше вопрос. Скільки на сьогодні існує поштових обліковых записів Gmail? Ну, мабуть, що більше, ніж, не знаю, сотні мільярдів, мабуть, тому що, наприклад, у мене у самого там є личних аккаунтів, не знаю, штук 10, а якщо у нас только пользователей, бизнес-пользователей 3 миллиарда, то обычных Gmail наверняка еще больше. Еще один вопрос. Через сколько роков закончится симужная комбинация? Я думаю, что очень не скоро мы с вами это точно не застанем. В любом случае придумают какой-то новый алгоритм. Олег задает вопрос. Подскажите адекватную замену SharePoint, в особенности библиотек документов? Тут, по-моему, Илья косвенно затрагивал, да, что можно пользоваться в том числе инструментом, как Google Drive File Stream, который синхронизирует физическую, да, нашу, ну, скажем так, наш компьютер, да, с Google Drive. Также вместо SharePoint часто компании просто используют Google сайты, где добавляют опцию с Google Drive, и часто используют это как интернет-решение. Вот, попробуйте вот таким образом посмотреть. Кстати, очень много есть полезных в этом плане инструментов. И также еще, возможно, инструмент подойдет вам, который входит в Workspace, он есть, это называется AppSheet. Вот, там можно построить даже свое уникальное приложение без кода. Тоже советую посмотреть. Еще один вопрос от Олега. Есть ли рекомендации по использованию Google Drive как замену корпоративного файлового хранилища? Да, конечно, есть такие best practices. Первое, что это использовать командные диски на Google Drive. Это опция, которая позволяет нашим пользователям создавать файлы на Google диске, там, редактировать их, просматривать. Но создаются все эти файлы, папки и так далее в таком инструменте, такой плоскости Google Drive, как командный диск, на который по умолчанию имеет доступ сразу несколько человек или групп, но вот файлы с него нельзя удалить. Вот, и можно очень гранулированно раздавать доступ на такую область в Google Drive. Поэтому советую посмотреть на командные диски именно. Очень часто тоже это используют команды. Далее Роман спрашивает, а когда в Google Sheets добавят аналог Power Query? Кто не знает, Power Query – это инструмент от Microsoft, тоже полезен в Excel. Вот. Данный функционал, он представлен в Google в виде, ну, скажем так, в том числе этот функционал представлен в Google таблицах в разных своих видах. Это и с использованием искусственного интеллекта функция анализ данных, или же на английском она будет называться Explore. Также это опция, точнее, функционал подобный, он скоро выйдет в обновлении Google таблицах, там можно будет строить в том числе таймлайны. И также еще советую использовать именно Cloud Search в самих Google таблицах. Вот. Но также, чтобы я еще добавил, что, Роман, смотрите, тут точно тоже такая опция, от языка много чего зависит, на котором вы используете, ну, собственно, ваш Workspace.
Я всегда говорю, что лучше использовать его на английском языке, потому что все первые апдейты выходят, ну, безусловно, в англоязычной версии. Даже сейчас, если вы добавите, ну, смените язык пользования там, с текущего на английский, если у вас не установлено по умолчанию, то в тех же Google таблицах в правом нижнем углу вот эта функция Explore появится, и вы сможете напрямую задавать вопросы даже таблице, чтобы она, например, построила вам какую-либо аналитику там, буквально за пару секунд на самом деле. Ульяна спрашивает, чи планується під час оновлення Google Chat функція розробки ботів? Вот такой информации пока Ульяна нету касательно именно ботов с Google Chat, ну, точнее, те чаты, которые там есть, вот, да, вот пока их такой стек, но вы можете писать своих ботов под Google Chat, там, по-моему, открыты эти все библиотеки. Вот. В свое время мы тоже писали таких ботов, ну, они были, скажем так, на HR-тематику. Вот. Но пока дополнительных ботов там я не видел, чтобы добавляли. По-моему, сейчас там, порядка там, 30-60 штук есть. У Елены вопрос, когда приложение Google Карьера, еще называется Google Hire, будет доступно для всего мира и какая будет цена доступа к нему? Елена, хороший вопрос. Смотрите, тут такая штука, что Google Hire, наоборот, его будут закрывать, поэтому я бы сейчас на этот инструмент так сильно не возлагал надежды. Вот, пока нет информации, когда. Его больше подменили таким инструментом, он тоже есть в Google Workspace, называется Currents. Вот, он доступен во всех версиях. Посмотрите, возможно, функционал этого приложения Google Currents тоже сможет вам помочь. Еще несколько вопросов у нас осталось. Вопрос от Юрия. Как подключить информирование про присутность и відсутність на рабочем месте через Google Workspace? Вот я вижу, Макс ответил сразу ссылкой на support. Да, то есть там достаточно просто. Это можно сделать буквально в пару кликов. Для этого вот есть, соответственно, статья. Еще один вопрос от Юрия. Яка логіка розподілу вхідних листів на вкладки категорії у Gmail и чи задоволені користувачі автоматичною класифікацією. Смотрите, Юрій, ну, безусловно, сама логіка – це, скажімо так, інформація під NDA від Google, да? Но у Google самые мощные AI-инструменты, да, то есть Artificial Intelligence они используют. Это не только в распределении писем по входящим, да, по приоритетам, но точно так же и борьба с спамом или там, не знаю, когда вы набираете письмо, да, система вам подсказывает предложение, которое вы бы хотели написать, да, такой автокомплит получается. Насколько ей довольны пользователи? Ну, судя по всему, довольны, раз она все еще присутствует, а там 3 миллиарда, да, как бы есть. Вот, но опять-таки это больше относится к Gmail пользовательскому. І ще один вопрос є от Юрія. Скільки одночасно працює користувачів в сервісі Google документи по всьому світі? Ну, теж, Юрій, я думаю, що сотні мільйонів пользователів одновременно, навіть в нашому документі, от зараз там вже, скажімо так, більше 10 документів, такою статистикою Google не ділиться, я думаю, що не слідять за цим. Но судя по тому кількості серверів, які у них є, що це найбільша дата-сеть, то я думаю, что слишком там огромное число. Владимир спрашивает, есть ли у Google LDAP и можно ли синхронизировать объекты с Azure или On-Premises AD? То есть есть ли инструмент синхронизации с Google? Владимир, да, конечно, я вижу, ребята уже добавили ссылки, вот, и на это все дело, то есть синхронизация, в том числе с Microsoft, там действительно уйма и календарей, и пользователей, и так далее. Ульяна спрашивает, як можна дати філію компанії на Google Maps, доступна реєстрація тільки за фізичну адресу, проте лист не приходить. Ульяна, тут немного другое це рішення називається Google My Business, вот, да, но в принципі зможемо вам по ньому подсказати, к кому стоит обратиться, вот, там есть инструменты, как это можно сделать, даже если вам физическое письмо не приходит, но да, действительно, это единственный путь, как подтвердить свою локацию, свое там какое-то заведение или офис на общедоступной карте Google. Другое решение – это разместить карту, уникальную свою карту Google Maps через платформу Google Maps Platform на своем сайте, тут сможем вам помочь намного быстрее. Юрій Левченко задає вопрос, теж ще один. Хто придумав нову назву та більш комплексне бачення розвитку сервісу G Suite замість Google Workspace?
Да, мои коллеги, вижу, ответили, возможно, кто-то другой, но да, это, конечно же, решение было маркетологов, они проводили ресерч на эту тему. Елена задает вопрос, можно ли управлять в Google Workspace сразу несколькими доменами? Да, Елена, можно, это абсолютно не является проблемой, можно добавлять домены, как там, есть понятие, как второстепенный домен, есть домен, как просто псевдоним, и вижу, что ребята тоже добавили ссылку на статью, спасибо. А Владимир вопрос задает, имеет ли Google Workspace API для изменения настроек создания объектов, таких как доступы через Admin Console? Да, безусловно, есть. И вот вижу, ребята как раз-таки уже отправили ссылку, где это можно сделать. И Юрий вопрос. Чи блокується на Google диск поширення небезпечних файлів, вірусів та чи не можуть за цим посиланням приховувати шкідливі посилання і так далі. Це стосується усіх посилань на публічне поширення документів, форм опитування презентації. Да, Юрій, дійсно таке є. І в максимальній підписці Google Workspace Enterprise Plus там намного більше, скажімо так, фільтрів касательно вірусів, але по умолчанню, да, скажімо так, ви не можете загрузити там какой-то скажем так, негативный документ на Google Drive. Но в самом Google Workspace Enterprise Плюс там намного больше опций по поводу фильтров, которые вот проходят сам файл и письмо в том числе, если мы говорим про Gmail. Игорь задает вопрос, чи можливо розгортати веб-додатки на сервісах від Google, наприклад, Python-додатки? Да, конечно, Игорь, это все возможно. Для этого существует отдельная платформа, облако Google, оно называется Google Cloud Platform, там сотни тысяч решений на самом-то деле. Грубо говоря, это вот облако от Google сейчас, скажем так, абсолютный аналог, где-то даже наоборот, так, первенец для Microsoft Azure и Amazon Web Services. Вот. Юрій вопрос задає. Якщо один обліковий запис Google знаходиться на декількох пристроях на операційній системі Android, то як включити відображення місця знаходження лише необхідного пристрою, та чи це працює, та чи працює це через сервіс Google Endpoint? Юрій, да, ну, суть такова, що коли ми встановлюємо приложення корпоративне, да, на Android девайси, то мы по умолчанию как бы должны понимать, с какого места, из какой точки все это дело происходит, с какой локации наш пользователь логинится в систему. И, например, опять-таки, используя API от Google Maps Platform, мы можем предотвратить там, кражу телефона, например, если там, сейчас там, в 14 часов по Киеву вы логинитесь, там, например, из, там, не знаю, с Крещатика, да, по месторасположению, да, скажем так, а через полчаса ваш логин там где-то в Испании будет замечен, то, соответственно, система будет вас блокировать, потому что будет понимать, что за полчаса такое ну, такое большое расстояние невозможно преодолеть. Соответственно, в том числе Google Endpoint и Google Device Policy закрывают эту задачу. А Владимир спрашивает, чи є можливість організувати роботу з документами так, щоб обмежити користувачу скачивание та пересылание. Да, можно, вы когда создаете документ и хотите его расшарить, справа в углу, вот переходя по этой кнопке, у вас есть опция донастроить то, как вы предоставляете доступ, запретить его скачивание, печать, вот, и добавление каких-то других ребят, либо также делать копии. Это все можно сделать, да. Елена задает вопрос. Google читает наши документы и письма? Возможно, искусственный интеллект? Ну, Елена, это такой, скажем так, вопрос, ну, скажем так, стандартный. Нет, Google не читает наши с вами письма, ему до этого, мягко говоря, нету дела. Вот. Во-вторых, Google проходит все сертификации независимых аудиторских фирм, которые это подтверждают. И такие огромные компании, как Deloitte, PwC, американское правительство, даже, кстати, и наши в том числе, к примеру, кабинет министров, они используют эти инструменты. И поверьте, если бы Google каким-либо образом читал эти письма, то никто бы с таким вендором не работал.
Так, и сейчас еще Андрей дописывает вопрос, соответственно, уже дописал. То есть тут с лютого 2019 года в проваджений BIMI сервіс Gmail, Yahoo, Mail, та? Ага, а вже 21 рік, але сервіс, який BIMI, ще не доступний. Коли Gmail буде підтримувати даний сервіс? Я смотрю, що ребята ответили, да, по ссылкам, потому что сам такой инструментарий просто Андрей не слышал. Окей, ребят, большое спасибо за вопросы. Вопросов было много, 5 страниц с вами вместе сделали. Спасибо огромное. Максим, скажи, пожалуйста, готов ли ты выбрать лучший вопрос? Да, Олег, в принципе, да. Окей, я надеюсь, есть. Это не твой вопрос. Нет, это моего знакомого. На самом деле даже не по самому вопросу, да, а по количеству вопросов, вот что мне понравилось. Вот Юрий Левченко, да, то есть мега активность, спасибо огромное. В принципе, все вопросы были интересные. Мне кажется, что Юрий, вот как минимум за активность, да, и за количество вопросов заслуживает. Окей, супер, принято. Я вижу, что Юрий еще как раз-таки в мете с нами. Юрий, спасибо за вопросы, спасибо огромное. Тогда мы с вами свяжемся. Прошу вас оставить ваш телефон под любым из ваших вопросов. Или можете позвонить нам на телефон, указанный в самом документе на 044, и мы уточним адрес, куда же вам отправить ваш подарок.